Мимо волонтеров комитета по делам молодежи не проходит ни один человек. Каждый хочет взять для себя и близких черно-оранжевый символ победы. Теперь он как дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны красуется на лацканах одежды, антеннах автомобилей, сумках и портфелях в знак уважения, памяти и солидарности с героическим прошлым русской армии. Акция объединила людей самого разного возраста. Жители города Мурома активно отвлекаются на этом мероприятии и с удовольствием берут ленточки себе и детям и поддерживают нашу деятельность. Несмотря ни на что, все равно остается символом нашей победы. И тем самым мы благодарим нашим дедам и бабушкам за эту великую победу и жертву. В городе стартовала акция под названием «Георгиевская ленточка». Сегодня в центре Мурома на площади Победы в парке Молодежной волонтеры, муромские школьники и студенты распространяют черно-оранжевую символику совершенно бесплатно. Так будет происходить ежедневно до 9 мая в 14:30 часов. Планируется раздать до 10 тысяч георгиевских ленточек. Евгений Евгеньевич, глава округа, уделяет огромное внимание подрастающим поколению в плане патриотического воспитания. Я думаю, что данная акция будет очень положительное влияние иметь на нашу молодежь, и они таким образом никогда и ни за что не забудут те годы, когда нашему солдату, нашим уже дедам пришлось вот тяжело, и многие из них лежали в окопах и, значит, добывали для нас вот эту вот важную победу. Черный цвет ленты означает дым, оранжевый – пламя. Черно-оранжевые цвета георгиевской ленты стали в России символом военной доблести и славы. В преддверии майских праздников каждый сможет сказать спасибо солдатам, ценой своей жизни спасших наши. Регина Рукавишникова, Николай Молодёнов, Новости 24 Муром.